С москвичами наши спортсмены сражались еще в прошлом сезоне. Это была финальная игра высшей лиги по мини-футболу. КПРФ тогда победил, но с трудом. А давать первенство, по крайней мере, без боя, Блик не собирался и на этот раз. Первый матч наши спортсмены проиграли с разницей в 4 мяча. Вторая игра более продуктивная. Блик бился за каждый эпизод, неоднократно пытался взломать оборону и перехватить инициативу. И многое им удалось. 2-3 в пользу гостей. Пятый тур Суперлиги пройдет в конце этой недели. Соперники наших – «Динамо» Самара. Наши футболисты уже начали подготовку к непростой игре. Добавим, в турнирной таблице на сегодняшний день Юганск занимает 8-ю позицию.